Так, давай, 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 давай. Слушай, это возможно, да, да, да. Маслятам привет, остальным все полезно. Здарова всем, ребята, Кентух на проводе. И прямо сегодня я открою все эти спинчики и постараюсь выбить эти тычки Джаус в новом обновлении 0.20.0. Вы посмотрите, некрасиво, не, ну вы это видели. Ну вы посмотрите, да, ты шо. Ребята, плюсы в комментариях, кто бы их очень сильно хотел бы. Ну что же, дамы и господа, поехали. Не понял, у тебя что, нету голпаса? Ты, братан, все в школе себя будут смеяться. А ну быстро проживай лайкусик и подписывайся на мой канал. Пиши любой хороший комментарий. И самое главное, смотри все видео от начала до конца без перемоток. И ты можешь совершенно бесплатно получить голпасик от Кента. Ну что же, желаю тебе удачи, а мы идем дальше. Даже не знаю, с чего бы начать. А давайте-ка мы, ребята, просто скажем. Эхэлэй, мэхэлэй. Прокручивайся, барабанщик, и нам нужно чуть давай. Ой, ля, пацаны, сейчас прикиньте, нож выпадет, это балдеж. Иди сюда, иди дальше, 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 дальше. Я думаю, вы, ребята, слышали первый блин комом. Так вот, прямо сейчас уже никаких комов не будет. Сейчас, пацаны, я намерен. Только аркана, только вперед, тыщ, кулечки. Ой, блин, как же рядышком. Ну, ну как, ну не совсем рядышком. Опа, 20 спинкоинсов, да ты шо? Ребята, вы меня спросите, Кентуха, у тебя уже 150 спинкоинсов, куда ты их потратишь? Пока что никуда, ребята, мы их собираем, а потом в итоге я хочу купить вот такой вот замечательный дробаш. Ну а перед этим, ребята, прокрутом. Хэштег тычки, идите к папе. Папа тут только один, и это я. Смотрите, как правильно выбивать тычки. Мы вначале натягиваем и резко отпускаем, ребята. Это тактика резкого натягивания. И прямо сейчас, вот смотрите, я... Стоять! Да ты что, как же ты был рядышком, ребята, почти, видите? Не дотянули, надо натянуть сильнее. Ребята, кто любит натягивать плющат? Погнали! Давай, 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 давай. Тычки, тычки. Тычки! Давай, давай, стычки, 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 давай дальше, дальше! Ах ты, падаль-то такая! Не, АКР Керен, конечно, красивый, но он очень похож на АКР 12 Стимбист, а он нам вообще не нужен. Прямо сейчас будет техника легкой руки. Вот так просто взяли, открыли и ждем. Ждем, ребята, чтобы нам что-то выпало хорошее. Честно говоря, я очень сильно хочу перейти на уровень номер 3, потому что там уже есть хотя бы нормальные скины. Потому что сейчас нам вот эти 20 сраных спинкоина выпали. Они нам вообще не нужны. Ребят, просто максимально быстро открываем. На расслабоне, на чили. А чебе нет-то, ребятки. Кстати, да, пацаны, кому нужна голда, прямо сейчас прожимаем лайк, подписываемся и пишем ваши идеи в комментариях. Потому что я буду рандомно выдавать кому-то из вас голду. Так, ну что же, нам сейчас осталось 10 сделать прокрутов, и мы переходим на уровень номер 3. А на уровне номер 3 уже возможно будут даже легендарки, а потом уже на уровне номер 4 пойдут арканы. Угу, мои любимые, идите к папе. Я, честно говоря, даже не сомневался. Ну что же, последний раз, и мы переходим, наконец-таки, к нормальным скинам. Потому что, ребят, на первом и на втором уровне, ну, падает в натуре одна какаха. Нас интересуют нормально крутые скины. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы получаем дополнительную награду статрека КР-12 Кервинг. Ну что же, нажимаем кнопочку «Продолжить». И у нас, ребята, уже пошли нормальные скины. Татыш, вы посмотрите на этого дядьку. Ой, ля, дядюль, ну я тебя сейчас выбью. О, у него на руке вертолет, офигеть. Я хочу выбить этот чивипис. Ну что, пацаны, максимально быстро кабачками открываем. Я очень сильно хочу, чтобы мне выпадали какие-то крутые скины. Но еще больше хочу перейти на уровень номер 4, потому что там-то, ребят, уже пойдет контент. Ха-ха, аж хромакей отпал. Просто хромакей аж вышел из чата, из этих спинкоинов. Опа, а ну иди сюда. FNFL Basic Lisk. У меня только один вопрос. А почему они все такие страшные? Если честно, у меня такое ощущение, что это просто скам на голду от разработчиков. Потому что тут вообще ничего нормального не выпадает. Проще просто нажать кнопку пропуск уровня. Потому что, ребят, на каждом уровне падает одно и то же, одно и то же, одно и то же. Просто сразу бы написали бы, что вот эта вот аркана стоит 8 косарей голды. Хочешь ее купить, трать 8 косарей. Ну, я бы таки понял. Потому что, ребят, я уже трачу очень много голды, трачу очень много времени. Все, что мне выпадает, это ничего. О, это пыль, это мне подает вот эта вот шляпа и спинкоины. Все, вот на импар-кейсике и на спинкоинах это все, что мне выпадает чаще всего. Но, пацаны, пока что ничего интересного нету. Но на следующем уровне у нас уже будут легендарки. И там уже, ребята, явно будет повеселее. Так, мне выпал неужто ревел-кейсичек, а ну-ка.
А Шарп, куда же, Райвел? Райвел же уже на рынке, правильно? Конечно же, мне пал Шарп кесечек. Так, ребят, если честно, я уже немножко устал, и у меня такое ощущение, что мод просто издеваются. Стоп, стоп, стоп! Давайте, ребята, я скажу волшебное заклинание. Разработчики Мус. Эксельбольти Мус. Хвати Мус, меня сками Мус. Потому что Мус, Галдини Мус, не бесконечный Мус. Починай, кто понял заклинание, плюсик комментарий, а мне выпадает, угадайте что, очередной Empire кесечек. Так, ребят, давайте просто как можно быстрее пролистаем, я хочу получить новый ножичек. Так, давай. Слушай, это возможно, да. Не, ну, конечно, спасибо большое за чевипис, но я рассчитывал на что-то получше. У меня чуечка, сейчас мне, ребята, очень сильно повезет. Прям очень сильно повезет. И мне выпадет, я закрою глаза, я верю в то, что сейчас произойдет чудо. И... О, мой любимый скорпион кейсичек, как же долго я тебя ждал. Блин, ребята, вот есть те вещи, которые вечные. Всякие акции от разработчиков. Вот за что я люблю разработчиков, потому что все их акции, блин, заканчиваются вот именно вот так вот. Всегда выпадает какая-то фигня. Слушайте, а что будет, если я зажму на максимум? Как вы думаете? А прикиньте, сейчас произойдет нечто нереальное. Я реально не поверю своим глазам. Ого, ребята, посмотрите, что выпало. Вы понимаете, это подкрутка. Это по-любому тестеры подкрутили. Ох, же эти тестеры. Кстати, да, ребята. Если сейчас выпадает кейсик, то я Пепа. Если сейчас выпадают спинкоины, то я тупо ровный типуля. Сейчас мы, ребята, узнаем, кто же такой Кент АПК. Да по-любому ошибка какая-то. Вы тоже, ребят, слышите какие-то стуки? А, это соседи. Наверное, они говорят, Кентуха, мы в тебя верим. Хорошо, соседи, вы не переживайте. Я знаю, что 3 часа ночи. Ничего страшного. Я тоже хочу спать. Мы сейчас просто выбиваем парочку аркан. Желательно парочку. Ловись, рыбка большая и маленькая. Слушайте, ребят, я вот не понимаю только одного. А почему нельзя было добавить нормальные скины сюда? Почему вот эти одни спинкоинцы сраные выпадают? И одни скины, которые никому не нужны. Опа, иди сюда, FNFL. Вот знаете, что самое обидное? Что я уверен, что этот FNFL будет стоить в будущем, ну, голды 30, наверное, не больше. Потому что он капец какой страшный. Я уверен, больше с него никто не даст. Ну что же, а сейчас уже потихонечку начинается контентик. Потому что мы переходим на next level. Так, и мы получаем сатрек FNFL Basic Leaks. Спасибо большое. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне осталось сделать 20 прокрутов, и я получаю новые тычки Джаус. Да-да-да. Мы дождались. Произошло чудо, произошло невероятное. Нас кто-то услышал. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим, какие скины тут могут выпадать. Давай. Как же это было близко, это было прям максимально на грани. Я уже на секундочку представил то, что я, ребята, богатый и успешный молодой человек. Я же представил, как все девочки мне клеятся и говорят, это ты, тот самый парень, у которого есть тычки и Джаус. Так, а ну-ка. Не, ну сейчас-то должны выпасть. Опять 25, ребята. Если есть кто-то сверху там, ну, я обращаюсь к разработчикам стендофа. Сделайте мне подкрутку. Да хорэ уже. Не, ну вы просто бессовестно, вы просто издеваетесь надо мной. Понимаете, у меня тоже есть чувства, у меня есть сердце. Так, стоять. Не, тут не надо, дальше иди. Не, дальше. 850 спинкоинов. Не, ребят, вот это понимаю, хэштег богатая жизнь. Слушайте, походу это обратно мои любимые СК. Что? Мы обкакались. Фух, ребят, я уже распереживался. Думал, чем будут тычки Джаус. Фух, повезло-то как. Выпал мой любимый кейсик. Шарп. Как же я его обожаю. Слушайте, ребят, мне вот интересно, кому-то вообще тут выпадало что-то нормальное? Или всем выпадает такая лажа? О, только я сказал про лажу. Сразу выпала легендарочка Мураена. Слушайте, если честно, похоже больше на какую-то анкомонку за 0.5 голды. Вообще некрасивый скин. Почему нельзя было сделать красивые скины? Вот, например, скин Мах-10, он реально сасный, реально красивый. Но все остальные скины, ну просто... Ну вообще ни о чем. О, стоять, я только про тебя думал, давай, братик. Ах, подкачал-то наш Мах-10. 5 minutes later. Ну что же, наконец-таки настал этот прекрасный момент, когда я, ребята, прощаюсь с этим колесом удачи и получаю тычки. А прикиньте, сейчас я выбиваю тычки и плюс еще получаю тычки, потому что я сделал 80 прокрутов. Ха-ха.
Но это было бы, наверное, слишком нагло. Так, ребята, а вот сейчас готовьтесь. Вот сейчас готовьтесь. Обалдеть! Обалдеть! Мы это сделали! С вас, ребята, лайк, подписка. Вау, как же это круто! Я хочу на него посмотреть в моем инвентаре. Вот он, вот он, вот он! Вау, какие они классные, это просто балдеж! Давайте прямо сейчас я на них посмотрю в игре. Ну что, пепочки, вы готовы? Да, вы готовы, сейчас я вам покажу. Ой, ой, стоп, 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 не то, ребята, я извиняюсь, забыл, не тот канал. Сейчас, пацан, показываю. Да, ребята, те самые тычки, которые я очень долго выбивал, я их просто полвечера выбивал. Вы думаете, это легко 80 раз прокрутить эти спинчики? На самом деле, это ничего не легко, это очень сложно, и мы их получили. И если честно, ребят, я не жалею, потому что они очень классные, вау! Анимация на них самая-самая обычная, тем не менее, они очень яркие, очень красивые. Скажем так, ребята, все девочки мои, все, пацаны, теперь приду, говорится, на 2 сентября в школу и буду понтоваться перед одноклассниками. Знаете, что мы забыли? А мы забыли зайти в магазин, потому что прямо сейчас я могу себе позволить абсолютно все. Покупаю вот так вот, покупаю вот так вот, покупаю этот граффити Gold School. Кстати, мне очень интересно будет потом это граффити нанести куда-то на стенку. Дальше, конечно же, я покупаю, ребята, скин на спасик, покупаем, и после этого я дошел до последнего левела. Правда, потратил 8000 голды, но тем не менее, дошел до последнего левела, и я могу купить дробаш за 450 СК. И мы его покупаем. И я хочу на него посмотреть в моем инвентаре. Ребята, просто взгляните на мой инвентарь. Вот это инвентарь солидного, богатого мужчины. Ну что же, уважаемые подписчики, прямо эту секунду прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кентуха Большой Побежон. Кто хочет халявные голдпасики получать, переходите прямо сейчас в мой телеграм-канал по ссылочке в описании и подписывайтесь. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.